Что это, кладбище каршеринга? Вы посмотрите, сколько их тут. Ага, я нашел его. Случайно нашел. Но это, кстати, может быть и не кладбище, это может и новые. Нет, нет, битые, по-моему. Или это капота открыта. Не пойму. Два голдовода друга. Нифига себе, первый раз, наверное, такой вижу. Еще и поздоровались, еще и шлемах. Это какие-то солидные голдоводы прям. Ну, вернее, это наоборот. Какие-то неправильные голдоводы. Ландровере не любит ждать, походу, вообще не любит ждать. Там чел перевозит. Или это он крышу себе построил такую вторую на машине? Может, протекает основная, хз. Он едет, у него. Вот он и едет по этому 40 км в час. Но он, конечно, блин, выдумщик тот еще по МКАДу ехать 40 км в час. Нихера себе тут ситуация, блядь. Все повороты закрылись. И как синхронно, не находишь? Блять, бодрая пятерка не дает мне обогнать себя. Тупо бодрая пятерка, смотрите, как ускорилась. Только Infiniti оказался бодрее. Дач не видит нихуя, блядь, на своем Мерседесе, нахуй. Ну, блядь, вот сразу было видно, что долбоеб человек, да? Мне хер уступил, короче. Вот не знаю, как-то вот у меня сразу чувствую я таких людей. Сразу вот как вижу, вот какой-то мелочь даже, да, что нестандартно они делают. Сразу видно, блядь, долбоеб, нахуй, вот сразу. Ух ты! Это же эти какая Рокса везут в сервис. Блять, какую в твоем яхте?
херась, тут, блядь. Я хотел до велосипедиста доебаться, а тут бездорожье настоящее устроили городское. Велосипедист, я пропустил, типа по правилам, да? А он на красный рубанул. Как так-то? Вот это я хотел примерно сказать, но отвлекся. Рася, брат на 14 уступил. Ну, это брат, потому что, так сказать, на «Жигулях», поэтому узнал по ходу дела. Не за что, бро. Ты переградил просто проход, если что, так чутка. О, нихера себе, посмотрите, что за корабль. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это что-то жесткое. Это типа Эльдорадо стайл. Ну, в смысле, класс, класс, как у Эльдорадо. Примерно. Блин, ну мне налево, короче. Ну, тачка улет. Там литров 7, это минимум, это минимум. А то и 8. Ну, по-моему, у меня ярче. Что? По-моему, ярче мои. Да, ярче. Но у меня необычные, у меня найтбрейкеры. Если интересно, у тебя, да, поярче. Ну, у меня найтбрейкер стоят. Плюс 30 или плюс 40, там что-то такое. Ага. Ну, единственное, что... И плюс белый свет. Да. Ну, блин, интересно, именно, знаешь, такую погоду во влажную, такого плана. Но это уже сложно проверить. Ну, так, да. Ну и плюс, а влажную погоду ты часто ли ездишь? На мотике. Угу. Я редко. Ух ты, трешка «Жигулей», чуваки, как в этом, как его. У Ипполита такая была. С легким паром, короче. Нормальная тема. Оп. Херась, там питбайкер заряжает вообще сначала по бездорожью, я еще сам хотел так зарядить. Но это уже он что-то перебарщивает, по-моему. Уже как на велосипеде поехал, даже на велосипеде так нельзя. Сейчас через магазин еще проедет, как в этом, в «Правдивой лжи». Чем там заряжать нормально.
Друзья, а я рассказывал, в каком сервисе уже давно обслуживаю свои мотоциклы. Эльф Мото. Они открыты и ждут вас. Делают хорошо, за свою работу отвечают. Мастера опытные, помещения просторные, есть все необходимое оборудование и приборы. Недавно в Эльф Мото обновилось диагностическое оборудование. Теперь на вооружении профессиональная компьютерная диагностика ТЭКСа. Также в Эльф Мото всегда можно пройти обучение по ремонту и обслуживанию мотоцикла. При обращении скажите, что пришли с моего канала, и вам сделают скидку. Ссылка на сайт Эльф Мото, Инстаграм и другие сети под видео.